Значит, сегодня наша больница получает дополнительно еще 10 концентраторов. Надо сказать, что это сегодня концентраторы бренд номер один. Они произведены в Соединенных Штатах Америки. И надо сказать, именно этот бренд был родоначальником кислородных концентраторов в мире. То есть сегодня кислородный концентратор New Life – это бренд номер один. Сегодня лечебные учреждения оказывают кислородную поддержку всем больным, кто в ней нуждается, двумя способами. Тяжелые больные – это, как правило, интубация и подача кислорода аппаратами искусственной вентиляции легких. А все остальные пациенты и их удельный вес максимальный – это те пациенты, которые получают кислород через кислородные концентраторы. И сегодня надо сказать, что имея в арсенале такие кислородные концентраторы, мы существенно улучшим оказание помощи такой категории больных. У нас в лечебном учреждении есть 44 таких концентратора, и сегодня мы получаем дополнительно еще 10 концентраторов. В нашей больнице отделение для оказания помощи больным COVID-19. Оно из 30 коек состоит. В структуре этих 30 коек 6 коек интенсивной терапии, где подача кислорода осуществляется с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. А 24 пациента получают кислород непосредственно из таких кислородных концентраторов. Однако мы планируем расширить отделение наше по оказанию помощи больным на COVID-19. И поэтому концентраторы нам также понадобятся. Более того, мы оказываем помощь и больным с обычными, банальными вирусными пневмониями, которые также поступают в тяжелом состоянии. Это больные не с позитивным ковидом, это обычные пневмонии, но те пациенты, у которых выраженная дыхательная недостаточность, они требуют подачи кислорода также. Больные в кардиологическом отделении, у которых тоже есть сердечно-легочная недостаточность, они тоже получают кислород тоже с помощью кислородных концентраторов. Поэтому сегодня город максимально пытается обеспечить лечебное учреждение по потребностям всех многопрофильных больниц. Дал задание разработать, помимо тех надбавок, которые сегодня есть, разработать систему страхования медицинских работников. Сегодня мы закупили партию кислородных концентраторов, 44, проверенного поставщика и лидера в этой сфере деятельности, производства кислородных концентраторов, американская компания New Life. 10-литровые кислородные концентраторы, 14 мы оставляем здесь в инфекционной больнице, и по 10 распределены между опорными больницами, 10, 11 и 1. Сегодня в городе та работа, которая проводится нами на протяжении вот последнего времени, мы обеспечили, в принципе, обеспечили для лечения всех пациентов, которые сегодня находятся в стационарах города, подключение к системе кислородного обеспечения. Мы говорим, что сегодня у нас это в достатке. На сегодняшний день все пациенты обеспечены, еще раз хочу сказать, что кислородом практически обеспечены все нуждающиеся. Все закуплено за деньги городского бюджета. Я знаю, что готовится передача нам кислородных концентраторов еще и по линии здравоохранения, то есть государства. Более 100 кислородных концентраторов, которые мы ожидаем также поставку в город.